Я в своем родном Полесске, ребят, пришел к реке Дейма или Лаба на спортплощадку позаниматься. Отличная сегодня погода. 11 градусов, завтра 14, послезавтра будет 17. Весна. Мой родной Полесск, или старое название Лабиау. Сейчас позанимаюсь, поподтягиваюсь и пойду посмотрю замок. Красота, свежий воздух, аисты. Даже шмеля сейчас видел. Вот так.